какую тему митинг сегодня? Митинг солидарности, поддержку справедливой. Митинг у нас организован в поддержку Леонида Тихонова и Натальи Бондаренко, которые были, по нашему мнению, незаконно осуждены Находкинским городским судом. Это ОАО «Восточный порт», поселок Вранье. Мы требуем справедливого рассмотрения дела в апелляционной инстанции. По нашему мнению, суд, работодатель использовал судебную власть для решения вопроса с профсоюзной организацией докеров в порту «Восточный». Так как мнения свидетелей не были учтены, и мы за то, чтобы в апелляционной инстанции было справедливое решение. По нашему мнению, это должно закончиться освобождением Леонида Тихонова и Натальи Бондаренко.